Доброе утро, дорогие подписчики. Вчера вечером я очень поздно смотрела, сидела, смотрела этот сериал. Новый эпизод Unjust Like That, эпизод номер 6. Чтобы сегодня уже прямо с утра снять обзор. То есть у меня сегодня даже, смотрите, у меня сегодня кофе и картинка с этой сцены, где они сидят на пикнике. Поэтому доброе утро и сразу с кофе. Тут должна быть реклама кофе, но мне за кофе никто не платит за рекламу. А так, если нужно, я, конечно, разрекламирую. Начнем. Я предлагаю начать с чего? Я предлагаю начать с того, что мы вместе с вами обсудим, что же произошло в нашем эпизоде, в этом эпизоде номер 6. Так много времени занимает проснуться с утра, чтобы разговориться и все это рассказать. В этом эпизоде наша главная героиня Кэрри, она переезжает в новую квартиру в даунтауне. Мне квартира ее очень понравилась. Как, кстати, вам? На первый взгляд, я когда увидела эту квартиру, подумала, боже мой, какие классные апартаменты. То есть эти вот большие окна, открытое пространство, все такое светлое. То есть там только, знаете, только видео снимай. И потом, когда нам ее показывали уже позже в этом эпизоде, я подумала, что эта квартира выглядит просто как будто бы, знаете, такой белый бокс. У меня есть аквариум, и мне это чем-то напомнило вот такой вот аквариум, где мы видим одну рыбку, которая живет, что-то делает, и вот в этой квартире живет Кэрри. И мне стало так даже, знаете, не по себе. Как-то, как будто это какой-то социальный эксперимент. Но это мне потом показалось. Сначала мне понравилась квартира. А как вам? Вам понравилась эта квартира? Так вот, Кэрри переезжает в новую квартиру в этом эпизоде. Она ее уже купила. Как-то, да, все быстро происходит. Может быть, это была какая-то новая квартира, я не знаю. И вот она быстренько в эту квартиру переезжает, и там начинаются какие-то бипы. В это же время она встречается вместе со своим другом, Себастьяном, да, по-моему, и они идут к пластическому хирургу, где он хочет сделать ринопластику или, да, сделать ринопластику, и она просто идет за компанию и заканчивает тем, что ей там этот хирург говорит, так, мы вам сейчас все морщины ваши, мы их все уберем. И она начинает ностальгировать, потому что она переезжает в новую квартиру, и вот как раз это эпизод все об этом, то, что она понимает, что последние 15 лет ее жизни она не хочет убирать, то есть она хочет эти 15 лет оставить. В целом, мне этот эпизод показался немного скучным, то есть нету никаких, знаете, таких острых моментов, где мы такие типа «Вау, что это?». То есть в прошлом эпизоде этот момент «Вау!» — это было Че и Миранда, то есть они такие прям «Вау!» ворвались и нам снесли крышу, мы с вами об этом все разговаривали. Я видела очень много комментариев по поводу Миранды и Че, по поводу реакции Кэрри, что очень много людей находили эту реакцию странной, что вот как бы и находили вот саму эту ситуацию непонятной, что как бы Миранда, она раньше, когда была студенткой, она там все перепробовала, а сейчас она опять снова возвращается, вот, где она не может понять, кого она любит, мальчиков, девочек, их, короче, то есть очень было много обсуждений на эту тему. И вот в этом эпизоде как-то все, знаете, показалось скучным. То есть, в принципе, да, такой, знаете, сюжет, да. То есть там вот это вот с этими, вот это вот с этими, вот это вот с этими. Ну, то есть нету ничего шокирующего. Поэтому, возможно, это просто такой переходный эпизод, когда в следующем эпизоде, я уже посмотрела трейлер, следующий эпизод я просто не могу дождаться, потому что в следующем эпизоде Кэрри пойдет на свидание. Это как, вот, знаете, первое такое. То есть она, по-моему, пойдет к психологу. Вот из того, что я поняла из трейлера, она пойдет к психологу, и после этого психолога она пойдет уже на свидание, и после этого свидания там пойдет на какой-то концерт, и как где-то там ее будут называть какой-то порно-богини Манхэттена или что-то такое, и что-то там произойдет также вместе с Шарлоттой. То есть мне понравилось, как Шарлотта вот в этом сказала, что типа женщины извиняются постоянно перед всем миром, и я перед тобой извиняться не буду. Sorry, not sorry. Вот такая вот прикольная фраза. Извиняюсь, не извиняюсь. Вот так. И поэтому я очень жду следующий эпизод, чтобы его посмотреть, и просто с нетерпением. Но давайте вернемся к этому эпизоду, что же все-таки произошло, что произошло интересного, если бы выписала себе несколько моментов, которые мне показались очень очень интересными. А что вам показалось интересным в этом эпизоде? Пишите ваши комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, и давайте перейдем к тому, что я себе выписала. Когда сидят они за ланчем, то есть помните, они пошли сначала, первая же у нас сцена, они идут на ланч, они обсуждают по поводу переезда Кэрри. И Кэрри говорит, типа, я уже сменила там что-то 46, я посмотрела 46 квартир, мне ни одна не нравится, мне нужно двигаться дальше, то есть, и типа я решила, что покупаю эту квартиру.
типа она уже подписала контракт. И мне тут показалось интересно, как она сравнивает Бига, что она говорит, вот Биг ушел, и вот у Себастьяна ушел его муж. И то есть она как-то ставит это на одни весы, хотя это вообще разные ситуации. То есть как-то она говорит, вот Биг ушел, и мне нужно двигаться дальше. Вот там у Себастьяна ушел муж, и он уже переехал. А я типа все еще нахожусь вот в своей там какой-то травме. Вроде бы развод и смерть — это вообще разные вещи. То есть ей нужно, вот в следующем эпизоде, наверное, она пойдет к психотерапевту. Вы заметили, как мне очень нравится, как Миранду показали на ланче. То есть она как-то, ей сделали очень такой хороший макияж. Ее вот эта вот седина, про которую очень многие говорили, что мне нравится. Мне она нравится. То есть мне кажется, что она выглядит очень достойно, особенно на Миранде, вот с ее такой стрижкой. И это ее седина, она какой-то имеет оттенок такой немного даже платиново-фиолетовый, сиреневый такой. И я не знаю, почему гонят на Миранду, но вот ей сделали такой макияж очень спокойный. Когда на нее прям камеру показывают очень близко на этом ланче, она очень классно выглядит. Или когда показывают камеру вот на этой сцене, то есть ее показывают на этом ланче, то есть, видимо, как-то там свет другой поставили, то есть у нее очень красиво лицо выглядит. А когда делают общие сцены на фоне, вот, например, Шарлотты и Кэрри, она почему-то теряется. Вот вы заметили? Я не знаю, у меня почему-то такое сложилось впечатление, что когда это только Миранда, то типа красотка, а когда все остальные, то как-то не очень. Я не знаю, с чем это связано. То есть даже вот когда она пошла на ланч вместе с профессором, доктором Нила Волос, вот даже когда она со своей профессоршей пошла на ланч, тоже вроде бы хорошо выглядит. Не знаю, почему вот так вот к ней придираются из этих седых волос. То есть мне кажется, что мне вот это даже нравится. Я не вижу в этом ничего такого, что типа ей нужно красить волосы в рыжий цвет. Я не вижу в этом такого. Когда Шарлотта и Кэрри разбирают коробки вот в ее гараже, когда она разбирает коробки, находит вот эту вот, вот эти пластинки, мне, конечно, становится очень грустно за Кэрри. Когда там вот эта вот еще сцена с пиджаком, да, я вообще не представляю, это выглядит, конечно, очень грустно и печально, и мне так, знаете, я на себе это ассоциирую, и мне становится очень печально. Как вам вообще? Мне кажется, вот эти моменты очень хорошо показали в сериале, то, что когда Кэрри открывает эти коробки, что как она переживает, как она сталкивается с воспоминанием. И я еще, знаете, прочитала в интернете, что, в принципе, там должны были быть флешбеки. То есть вот в этих эпизодах, где она открывает коробки, должны быть флешбеки, что она их открывает и показывает там серии, где она с Бигом. И что вот эти сцены вырезали из-за конфликта Бига Криса Норта. Криса Норта, да, по-моему, актер зовут Крис Нот, не Норт, Нот. С Крисом Нотом, что вырезали эти моменты, потому что Криса Нота обвинили вот в этих сексуальных, обвинили его в сексуальных домогательствах, то есть в сексуальном насилии, в сексуальных вот этих ситуациях с женщинами. То есть как будто, вот не как будто, а то, что вот эти сцены их вырезали из-за этого. Я, если честно, я не знаю. Я знаю, что они написали, что наши главные героини, они написали письмо, где они защищают Криса Нота. Я не знаю про эту ситуацию ничего. Я даже не хочу обсуждать, потому что я знаю, насколько это, знаете, насколько это сейчас такая чувствительная тема, что как только ты начинаешь про это говорить, все, сразу на тебя накидываются, неважно, что ты говоришь, какую точку зрения ты защищаешь, это просто какая-то жесть. Мне, вот с точки зрения того, как я смотрю сериал, я бы очень хотела увидеть вот эти флешбеки. Мне кажется, их не хватает. То есть, возможно, это был бы более, знаете, такой насыщенный эпизод, потому что вот из того, что мы посмотрели, каждый эпизод, он поднимает какую-то тему. То есть, например, в прошлом это был про их дружбу, то есть как там они выручали друг друга. Перед этим эпизодом там у них был про их новые увлечения, новых подруг, то есть чем они сейчас занимаются. До этого там эпизод еще про что-то был, я уже сейчас не вспомню. Вот этот эпизод, который мы с вами посмотрели, по идее, он должен был быть про Кэрри, ее флешбеки, ее любовь, ее последние 15 лет. То есть мне кажется, эта тема была не очень раскрыта. Может быть, вот если бы показывали Криса Нота, то есть мистера Бига, как она там вот в воспоминания, возможно, нам бы показался этот эпизод глубже. По крайней мере, мне бы точно показался. Поэтому мне жалко, что эти моменты пришлось убрать. Вы заметили, что в этом эпизоде нам в первый раз показали сцену, где нет главной героини. То есть нам показали сцену вот с доктором Нила Волос. Во-первых, сначала показали ее за ужином, после того, как Миранда дала ей совет, а потом показали сцену в постели. То есть, кстати, тоже вы заметили, как в этом эпизоде они не показывают, они не говорят о сексе, в принципе, но нам показали Миранду, которая мастурбирует, что показалось мне странным. Я не знаю, мне не нравится смотреть просто на Миранду, как она, но вот это, ну, просто не очень приятно. Да, Миранда просто еще так, знаете, не сексуально мастурбирует, но, возможно, как раз это все вот эти изображения, которые показывают нам по социальным
социальных сетях, то, что или в кино, как женщины должны красиво выглядеть, когда они мастурбируют. Возможно, они так не выглядят, возможно, мы реально выглядим стрёмно. Я не знаю. Но Миранда мне не очень понравилась. И как, знаете, показали вот этот доктор Ния Волос, когда она, у нее секс с ее мужем. То есть как там ее муж ее держит, как это страсть. Они такие, типа, сексуальные, вот такие вот монстры в постели. Вот это было интересно посмотреть. То есть как показали, сделали такую, знаете, буквально вставку, минутную вставку секса, продолжение сериала. Как можно напроситься кому-то на вечеринку, когда тебя не приглашают? Вот тут можно просто поучиться у Кэрри Брэдшоу, то есть когда это ее подруга Сима говорит, вот эта вечеринка, она посвящена эта вечеринка тому, что мы находим свет в темноте, и она говорит, вот мне как... сначала Сима говорит, эта вечеринка посвящена тому, что мы находим свет в темноте или выходим из темноты в свет, а я, типа, иду одна. И она говорит, ну, тебе не нужно идти одной, я могу воспользоваться этой вечеринкой, мне как раз нужно выйти из тьмы в свет, мне нужно найти этот... И вот когда, как вообще Кэрри грамотно напросилась в гости? Можно только поучиться, как Кэрри вот так вот это делает. То есть мне, конечно, Кэрри, она такая еще, да, штучка, можно там многое поучиться к этим манипулятивным методам. И как после этого Сима и Кэрри, во-первых, как Кэрри защищает Симу на вечеринке, и как они после этого растворяются в лимузине, или что там у них там, личный шофер, они там растворяются и в своих сигаретах, такие опять молодые, задорные, Сима и Кэрри. Сима вот реально просто чистая Саманта, согласитесь, она просто вставили такого же героя, потому что им нужен был такой герой, который представляет вот эту вот культуру сексуального раскрепощения, никакой, то, что менять мужчин как перчатки, тебе нужно всегда быть любимой, все, наслаждайся этой жизнью, живи одним днем. Ну, то есть, это я вот так вижу, если честно, вот этого персонажа, как вы видите этого персонажа. Далее, следующая тема, которую нам показывают вот в этом эпизоде, это когда Кэрри идет вместе со своим другом Себастьяном, они идут к пластическому хирургу, и как этот пластический хирург смотрит на этого героя, на нашего мужчину, и он говорит, типа, вот, вам ничего не надо делать, вам только немножечко может подколоться, и все, и вы будете выглядеть как персик, то есть вот мужская кожа и вот это вот латиноамериканское происхождение, то есть у вас это все жирная кожа, вам все супер. И потом он смотрит на Кэрри, и я думаю, блин, бедная Кэрри, потому что так смотрит на нее долго. И потом уже говорит, ну, не нужно, там много не надо делать, просто нужно делать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и мы все ваши 15 лет уберем. Мне, кстати, очень нравится этот актер, я не смотрела у него по Netflix, есть очень хороший сериал, я напишу, то ли называется Mastermind, то ли Nevermind, короче, это про агентов FBI, и вот этот актер, он просто такой, знаете, наивный лопушок, у него такие, знаете, голубые глаза, и вот он там играет такого... персонажа, здесь он играет этого доктора, но его голубые глаза, они просто очень красивые, не знаю, мне очень импонирует, то знаете, у него такое лицо ангела, нужно быть осторожными с такими. Вы знаете этого персонажа, этого актера, по-моему, Алан Хаммер, или, ну вот как-то его зовут, Хаммер, вот этот тоже актер, у него такие, знаете, пронзительные голубые глаза, такие белые волосы, блондинистые, вот он такой, знаете, играет таких персонажей, таких типа... Что происходит? И когда он играет таких персонажей, то есть ты ему веришь, что он такой вот весь невинный, а потом я прочитала, что там вообще какой-то у него отец, его обвиняют там в сексуальных домогательствах, его, что он там какие-то вообще безумные вещи творит. То есть меня всегда настораживает вот это вот красивые такие, знаете, мужчины, они меня немного даже пугают. То есть мне почему-то кажется, что с ними что-то не так должно быть. Видите, да, какая у меня установка? А вы что думаете? У вас есть такие? То есть иногда даже кажется, что если мужчина какой-то такой неказистый или какой-то, знаете, он такой интересный, какие-то дефекты на лице, там большой нос какой-нибудь такой или большие губы, и кажется, что это как-то интересно, более интересно, чем вот такая красота прям стандартная. Но это для меня. Это для меня. У каждого по-своему, правильно? Все люди красивые. А, и если мы, да, возвращаемся к ринопластике, вот у меня какое отношение к этому? То есть, в принципе, у меня, как и у Шарлотты. То есть, например, у Шарлотты, она говорит, когда они сидят в парке, что, типа, я не против там каких-то ботоксов, филлеров, то есть это, в принципе, ничего такого. Хотя вот мы смотрим даже на Миранду и на Шарлотту. Мне кажется, у Шарлотты, у ее персонажа, да и вообще у актрисы, у нее немного как-то, ну вот у нее видно, что это пластика, то есть это не выглядит аккуратно. У нее видно, что эти губы сделаны, у нее видно, что сделаны вот эти вот инъекции на лицо.
А вот у той же самой Миранды, в принципе, я не вижу ничего плохого. То есть она, мне кажется, выглядит очень натурально, очень естественно. Давайте так, вот я смотрю на этих двух главных персонажей. В принципе, мне нету такого, что кто-то нравится больше. И то имеет место быть, согласитесь. То есть, в принципе, Миранда выглядит нормально в ее возрасте. И Шарлотта выглядит нормально в ее возрасте. То есть они обе как бы представляют такой вот сегмент женщин. То есть если вы хотите выглядеть так или так, то можно и так. Но сейчас еще появляется, сейчас же новая тенденция, то, что сейчас можно делать эти массажи лица, чтобы все разглаживать. И мы же не знаем, как это повлияет на нашу кожу там в течение следующих там 20 лет. Может быть, когда мне уже будет 55, я буду смотреть на тех женщин, которым 55, и вот этот массаж лица, даже вот этот базовый, он как-то приведет к тому, что мы будем выглядеть как такие сладкие персики, то есть у нас все будет такое подкачанное. И мне показалось интересным, как этот доктор говорит, что есть два типа лица, что у первых это все опускается, а у других это все втягивается. То есть, например, мы видим, как у Миранды, у нее, например, все втягивается, то есть у нее лицо немного усыхает, а у Кэрри у нее, например, опускается лицо. То есть, ну, даже не хочу загадывать, как у меня будет. Я смотрела, по-моему, у меня смотрела, знаете, такое дело, приложение, у меня, по-моему, все всосалось, вот так, и постарела, вот. Я показала это своему мужчине, он сказал: нет, не показывай больше мне это никогда. Он сказал: ужас какой. Вот так, да? Он любит меня за мою душу, не за то, как я выгляжу, за мою душу, понимаете, да? За мой характер, не за мою молодость. К сожалению, нет. Без сомнения, главная сцена этого эпизода, когда они сидят в парке. Когда они сидят в парке, и они пьют безалкогольное шампанское, то есть они решили поддержать Миранду. Такая красивая сцена. Мне показалось, вот этот, знаете, вот этот вот пикник, вот эта скатерть, вот это хорошо, что придумали. Нужно вообще такие штуки делать во многих парках, почему бы и нет. Мне кажется, это очень удобно, что можно прийти вот так вот на ланч и все развернуть. Ладно, я ухожу. Тема. Главная сцена — это сцена из парка. В этой сцене мы видим, что наши героини решили поддержать Шарлотту, нет, не Шарлотту, Миранду. Они решили поддержать Миранду, и они пьют безалкогольное шампанское, разговаривают на разные темы, и вдруг ни с того ни с сего Миранда начинает говорить про Че, и тут Кэрри сразу становится некомфортно. То есть мы сразу видим, что Кэрри, она как-то, знаете, такая до сих пор держит эту обиду. И Миранда говорит Шарлотте, что типа: вот я нахожу, я недавно мастурбировала. Они такие типа: о, расскажи нам, расскажи, расскажи. А, точно, вот с чего она это привлекла, я вспомнила. Миранда начала говорить, что вместо того, чтобы пить, она начала заниматься мастурбацией. То есть она начала мастурбировать бесперерывно. И она говорит, что она начала представлять вместо, она начала представлять, когда она мастурбирует, она представляет Че. И тут нам Шарлотта говорит, что она тоже представляет Че, что у нее тоже была фантазия, что Че это такая, знаете, харизматичная, такая, что они харизматичные, они такие сексуальные, яркие, выдающиеся, и что у Шарлотты тоже была какая-то сексуальная фантазия на пароме. И вот Миранда рассказывает Шарлотте, ну и Кэрри, в принципе, там сидит тоже, что у нее был вот этот секс, и как Шарлотта на это реагирует. То есть, видимо, из-за того, что у нее с ее дочкой такая ситуация, она, видимо, из-за этого очень сильно переживает, и как она это показывает. То есть она говорит, типа: зачем все это меняется, зачем вам все меняться? И я думаю, блин, почему они такие, почему они так все ставят в штыки? То есть, как бы, вроде бы Шарлотта говорит: я пытаюсь тебя понять, да, вроде бы она говорит: я пытаюсь тебя понять, и в то же самое время она не то что пытается понять, она просто вешает на ее ярлыки, она говорит: да у тебя кризис среднего возраста, да покрась ты волосы, зачем тебе вообще меняться, почему вообще всех интересует эта сексуальность и смена полов, и то есть как вот Шарлотту, да, забомбила, и как Кэрри, она ее до сих пор не простила, Миранду. Ну хорошо, когда Миранда собиралась уходить, хорошо, что Кэрри ее остановила, сказала: жизнь слишком коротка, чтобы нам с вами расставаться. Давайте так, мы сейчас повздорили, но мы сядем все вместе и это еще раз обсудим, не будем расставаться. То есть вообще, вот это мне показалось очень-очень мудрой штукой, и нужно, конечно, это практиковать. То есть нужно говорить: зачем, давай, да, мы с тобой сейчас не согласны, мы сейчас друг друга обидели, но нам не нужно расходиться, мы все те же люди, нам нужно держаться вместе, потому что жизнь слишком коротка, чтобы сосредотачиваться на таких негативных моментах. Согласитесь? Я абсолютно согласна с этим. И чтобы завершить это видео, я хочу отметить
отметить большим пальцем вверх ее последний наряд. То есть, когда Кэрри разбирает вот эти костюмы Бига, мистера Бига, и она находит этот пиджак. О, боже мой, я смотрела, мне плакать хотелось. То есть настолько, знаете, это чувствительный момент, когда она вот... А, боже мой, наверное, это просто так тяжело, когда у нее умер близкий человек, у главной героини, и она разбирает вот эти вещи, пиджаки, и, знаете, это воспоминание. А, мне даже сейчас, знаете, так... Да, чувствительный момент хорошо показали. И как она подбирает этот пиджак, то есть она берет его пиджак, накидывает на плечи, и идет в город в этом красивом платье, вот этом ярком, темно-бордовом, с розами. Ах. Мне показался этот выход очень эффектный. И знаете, еще вот эти волосы, вот эта вот копна волос, как же они... Вы заметили вообще, как придает молодость вот эта вот большая копна волос? То есть у нее, знаете, эта копна волос, она сразу ассоциируется, что это много здоровья, что это сила, это какая-то, знаете, юная красота. И вот эти вот большие волосы, они сразу ее возвращают, я не знаю, ну, вот сразу человек выглядит вот 40-45 лет, вот 40-45, вот этот модный образ, вот эта копна волос, все, сразу, минус 10 лет, минус 15 лет, я даже не знаю, то есть... Мне это очень импонирует, как вот этот последний образ, когда она выходит и говорит «And just like that». Я решила там вспомнить или что-то такое свои 15 лет, не выбрасывать 15 лет. И как она вернулась вот в свою старую квартиру, где она провела свою молодость. Тот момент, когда она не хотела оставаться тем человеком, который живет всю свою жизнь в одной квартире, она в итоге и осталась. И я не могу ее винить. Это очень комфортное чувство жить в том месте, где ты жила, когда ты был молодой. То есть вот когда ты все обустроил, твое первое жилье. И это, мне кажется, безумно приятно иметь возможность туда вернуться. Пишите, как вам этот эпизод, что вам показалось интересным, что вам показалось ужасным, что вам показалось отвратительным, а что вам показалось просто безумно классным. Пишите ваши идеи, мне нравится читать ваши комментарии, и я по возможности отвечаю. Спасибо за ваш просмотр. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ваша поддержка для меня очень много значит. Поэтому подписывайтесь, и нам осталось с вами посмотреть еще эпизодов, по-моему, 5, правильно, до конца этого сезона. Блин, зачем я это сказала? Может быть, вы не хотите знать. А я буду читать ваши комментарии, отвечать. И до новых встреч. Пока-пока.